Итак, улица Ват, немножко прогуляемся. Это очень красивая торговая улица в самом центре Будапешта. Тут очень красивые здания, очень красивые магазины. Flying Tiger, помнишь, были в Польше? Это магазин ненужных вещей, безделушек всяких. Прикольно. Что тут? А все, что здесь, кстати? Манго. Дальше стало. Саламандр. Надо купить боты какие-нибудь саламандрские. А, ну да нет, конечно, сейчас не буду ничего. Да. Да, вот уже метро в конце. Все, так сейчас поедем. Какие боты? Да, все есть. Best price гарантии, да. И какой тут прайс, извиняюсь, best? А? Слева, на углу. Ну а шендем нам не нужен. Ну почему? Он тоже хороший модель. Ну сейчас выпадем, ну что же, не чемодан. Да, метро, а метро у нас прямая? Да, прямая, да. Это кольцо будет тут, конечно. Ой, отлично. Садимся. Да. Так все уже. Нагулялись. Ой, и потом приедем вечером сюда тоже. Да, наконец. Да. Да, кстати, приедем вообще и гулять тут. Вот видишь, елка уже тут. А вот эта площадь, где 19-го открывается ярмарка. Да. Конечная станция метро наша. Где? Вот. Полиэтиленом закрыт. Опа. Ты Зенис. H&M. А вот площадь, где метро и где ярмарка. Давай чемодан. Poland Beer, кстати, тут. Вот C&A вход, вот он. Давай вечером. Хард-рок кафе, слушай, тут вообще. Пойдем обойдем площадь.
Где-то здесь в метро. Вот смотри вход, я не вижу просто. Ну на этой площади 100%. Вот ярмарку уже настраивают. Вот он, наверное, тут многоэтажный. Полцены магазин Half Price. Пломбир. Хороший. Вот сюда еще можно будет сходить. Вот уже можно рождественский глинтвейн купить, это все дела. Да нет, честно говоря, не хочу. Да, да, вот вечером будет. Вот этот ресторанчик, пицца, Париж. Сейчас встретим. Где, где? Вон, видишь? Точно вертится. Так, ну вот, собственно, и метро. Да. Уже налаживают. Так, масочку натягивай. Да, вот один из двух больших базаров новогодних, рождественских. Bank of China тут, оказывается, тоже есть. Вот вход у нас. Конечная станция метро. Желтая линия, самый старинный. Вот поезд жужжит. Так, а билетики у тебя оба, да? Кошелечки. Кошелечки. А никто и не проверяет. Вот конечно. А он сейчас развернется, ну, в смысле, перейдет машинист на нос и хвост. И приедет к нам. И сядем спокойненько. Да, вот ветки, видишь, уже пути сходятся. Два в один. Вот стрелка перевелась. И сейчас он к нам приедет. Да, вот уже он едет к нам. Наш веселый паровоз. Давай на самый зад садись, наверное. Или сюда, да, сюда. Üdvözöljük utasainkat! Ez az M1-es metró a Mexikói utcán, a Deák-Kereszt érkezik.